Всем доброе утро. Сегодня уже была вторая ночь на берегу Северного моря. Я думаю, это Северное море. Если нет, то поправьте меня. Сейчас спал в эту ночь вторую тоже немножко беспокойно, как и в первую. Но тут еще немножко ландшафт такой с наклоном, может быть, поэтому. Ну, в целом, выспался нормально. Сейчас у меня там кофе заваривается, будем пить кофе. Потом потихонечку буду собираться и поеду на заправку. Позавтракаю там, выпью еще кофе и съем хот-дог. И в 11 уже надо быть возле парома. То есть в 11 часов, как я понял, начинается посадка. Так что вот такие вот планы. Так, друзья, я сейчас ожидаю посадку на паром. Осталось около часа, и поплывем в Норвегию. Погода вообще благодатная, солнышко светит, настроение огонь. Так, началась посадка. Вот на этом кораблике мы сейчас поплывем. Сейчас будет темно. У меня МГ-фильтр стоит. Свой мотоцикл пристегнул как надо, так что он сейчас поплывет надежно зафиксированный. Вот. Так, ну все, я на пароме, пока еще не отчалили. Я тут на какой-то палубе, но не на самой верхней, поэтому пойду на самый верх. Days passes by, and most long for a place that they never find. I'm afraid I wake up when I die, and it is too late to climb any mountain. Time is of the essence, the blood running through our core. It's best to not feel sorry when it's over. Подплываем уже к берегам Норвегии, минут через 20 должны причалить уже. Также сейчас потихоньку пойду на нижнюю палубу к своему мотоциклу. Все уже движки запустили, воняет так гарью. О, погнали. Чао.
Так. Погода вообще классная. Солнышко светит. Тепло. Так. Едем за толпой. Сказка, вот так бы все две недели бы в такую погоду. Как бы и не холодно, и не жарко, и солнечно, и вообще красота. Но это вряд ли такое будет. Но надо ловить момент, пока есть такая возможность наслаждаться. Вот так вот выглядит мой мотоцикл сегодня. Жесть. В общем, я на маршруте поставил избегать автобаны, но он меня повел по какому-то населенному пункту, то есть через какие-то улицы обычные. Но я думал, ладно, хрен с ним. Выставил ему автобан, просто до маяка еще километров, там сколько, 89. Навигатор показывает. А уже вечереет, поэтому надо, чтобы сегодня успеть до маяка, и потом спокойненько поеду в кемпинг, и все, и замечательно. Так, движение здесь какое интенсивное, а? Сейчас надо как-то в это дело вписаться. О! Ну и все, сейчас теперь будем пилить спокойненько вот. Еду я сейчас по Е39. Получается, она идет почти вдоль побережья Южного. Ну, как вы можете видеть, очень людная дорога. Много машин, много населенных пунктов. Вон ограничитель скорости 60 км в час. Но это вроде как считается местный автобан, что ли, хайвей. Ну вот, юг, да. На севере там оно посвободнее. Меньше людей, меньше населенных пунктов. Ну ничего, будем потихонечку работать в сторону севера. Сейчас главное доехать до маяка.
И несмотря ни на что, обалденно ехать все равно. Вот сейчас такая погода прям замечательная, солнце светит яркое, прям на улице ни жарко, ни холодно, прям вот четко как надо. И дорога обалденная тоже. Много очень поворотов, то вверх, то вниз, то есть ты как на самолете летишь, знаете, так по кайфу вообще. И вот когда заметил, сейчас в тенек заезжаешь, то прям резко становится прохладно. Прям у меня шерстяная термуха под, ну, под экипом. И прям чувствуется. Прям холодок. Вот сейчас даже тенек стал. Погода резко поменялась. Ну, в целом, как бы она классная. Все равно. Просто это такие небольшие моменты. Терпимо. Так, осталось мне до маяка 30 километров. Ну, с такой скоростью ехать, ну, полчаса. Нормально. Время еще 16:30. Ну, и в кемпинге, может быть, в 6:30 буду. Тоже нормально. Как раз там покушаю, палатку разобью, и можно уже отдыхать. Так, почти приехал, там сейчас за поворотом должно быть это место. И тут вроде как и кемпинг есть, что ли. Классно, ну-ка сейчас посмотрим. Так. Ох, достопримечательность у нас вон там. А мы поедем в кемпинг, если что, потом пешком прогуляемся. Да, замечательно, мы сейчас здесь в кемпинге и заселимся. Классно. Где тут ресепшн? Все. Живем. Отлично. Короче, ребята, я не туда приехал. То есть у меня стояла точка, этот, маяк. А потом надо было с маяка ехать в кемпинг, а я тыканул, видимо, в кемпинг, и получается мимо маяка проехал. Нехорошо. Поэтому я сейчас хочу поехать обратно туда, на маяк, куда я изначально хотел, и там вроде тоже есть рядом кемпинг, заночу, потому что этот кемпинг, я сейчас тут посмотрел, что-то он мне не зашел. Короче, дорога такая обалденная сейчас. Столько поворотов вверх, вниз. Вообще кайф. Только вот вечереет уже потихоньку. Сейчас надо в кемпинге заселяться и уже отдыхать. Еду я сейчас к этому маяку, к которому я изначально как бы планировал. И там рядом тоже есть кемпинг. Я сегодня заселюсь там в кемпинге, отночую, а с завтрашнего дня уже съезжу на маяк и уже оттуда стартану наверх, как и планировал. Вот, собственно, сегодняшнее место ночевки, где я ночую. Остановился в кемпинге. Это почти что самая южная точка Норвегии. Завтра поеду на маяк, съезжу, то есть который действительно символизирует самую южную точку Норвегии. И уже оттуда стартую в сторону севера. Я тут прикинул уже некоторые дороги, как я поеду, чтобы было классно. Поэтому вот такие дела. Ну а сейчас я буду кушать и потихоньку ложиться отдыхать.